On September 7th, 8th, 9th, and 10th, you're invited to Erie's Wild Rib Cook-Off and Music Festival in downtown Erie, Pennsylvania at Perry Square Park. Enjoy delicious barbecue prepared by the award-winning barbecue rib cooking teams. College night on Thursday, ladies night on Friday, the cornhole tournament on Saturday, and the kids can have hours of fun in the Rib Kids Fun Zone. You'll discover a wide variety of festival foods, vendors, local bands, and enjoy an ice-cold beverage in the Spirit Garden. Admission is free. More details at ErieRibFest.com. Сегодня 8 сентября 2023 года, город Ири, Пенсильвания, ежегодный фестиваль ребрышек жареных, музыки и жареных ребрышек в городе. Перри Сквер, все перегородили, и вот они, красавчики, делают, жарят, варят, парят. Фестиваль длится 4 дня, по идее. 7, 8, 9 и 10. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Сегодня второй день, сегодня пятница. Пятница рабочий день. Люди на ланче идут кушать. Разные приехали компании. Не только с Ири, большинство с других штатов приезжают сюда. У них тут тоже свой фестиваль. Они получают призы, кубки там разные на этих фестивалях. Каждая компания, которая что-то жарит, они представляют свои соусы, свое мясо. Не знаю, как там они его специфически готовят как-то. Запахи такие стоят, что просто невозможно удержаться. Аппетит разыгрывается бешено. Перри Сквер разделена на пополам. Вот одна часть здесь без фонтана, вторая часть с фонтаном, там тоже что-то происходит. На этой стороне сцена стоит, здесь музыка играет, выступают. Также на этой сцене, говорю, на этой сцене, на этой стороне вот такие вендоры, компании, сувениры продают, всякие свои причандалы, не связанные с мясом и с ребрышками. Вечерняя программа, конечно, намного лучше, намного больше будет песен, музыки. Сейчас только час дня. Сейчас в основном все жарится. Можно и сейчас покушать, вечером, конечно, будет больше. Все свежее, все классное. Погода у нас сегодня не очень такая летная, облачно, дождит иногда, поэтому поставили большую такую палатку, столы, люди кушают, набирают еду и кушают, вдруг дождь пойдет. Добрый день! Здесь можно помолиться.
Может, больше будет дальше палаток. Кто его знает? На выходные, может, больше придут. Обычно это все места заняты здесь. Всякие сувениры. Врубили просто музыку, группа пока не играет. Пройдусь, гляну на противоположную сторону. О, тут гадалка сидит. По тарот-картам гадает. Угадывает твое будущее, предсказывает твое будущее. Это интересно. Что, закрытое? Так, что-то с никотином, с куревом связано. What you selling, guys? Nicotine pouches. Cigarettes or what? No, it's a pouch. So it's a small pouch. I'm not smoking, guys. I have no idea what is it. Yeah. So it's a pouch, it's just like that. Oh. You place it on your upper lip, and it's just a nicotine alternative. It's like a chewing tobacco? There's no tobacco in it, just nicotine. Nicotine salt. Well, nicotine... received from tobacco leaves. Yeah, so we extract the nicotine and then we just place but it it's not with where is it right now this nicotine with what kind of material it's nicotine so it's a pouch it looks like this no I mean it's a powder or it's yes, a like it's a powder, like a chewing gum whatever I don't know this is what it looks like you place that on your upper lip and it releases nicotine onto your gums do you know it can be danger for your gums Anything sooner or later. Yeah, anything that's related to lung cancer, like gum cancer, everything is related to tobacco. Воздушная кукуруза. Are you from here? Yes. All right, thanks. Good food. Good food, yeah, absolutely. Where are you from? From Erie. Really? Yeah, 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 yeah. A lot of festivals, a lot of music, a lot of different things here. Depends on weather. If it's good weather, beautiful. If it's not good weather, So I did not visit Great Tuesdays here was.
because of some of it was rain or muggy, too hot or something, you know what I mean? So it's, yeah. But last year, I visited a lot of things, and last year I was here. Every year I'm here to see. Where are you from, guys? We're from out of Virginia, Norfolk, Virginia. Really? Yeah. Wow. Wow, well, you came here, wow. Uh-huh. We just left Pittsburgh. Desperados. Да, таких тоже помню. Так, здесь тоже, по идее, что-то должно быть, будет, расположили надувные, это горки надувные, детям прыгать, кататься, надуют, к вечеру, наверное. Детская площадка будет.